Всем привет на моем 108 стриме. Сегодня мы проходим игру Тоху 12.3 Хисоу Тенсоку. Это ее название. Как повелось еще с части 10.5, спин-оффы Тоху я обещаю только один стрим, вот, да, вот, ну, текущий в данном случае. То есть будет и, ну, если я ее прохожу, то понятно, что это последний стрим по ней. Если я не прохожу, то я не обещаю и, скорее всего, не будет последующего. Но это в зависимости уже от настроения. Может быть и будут, но обещать тут ничего не буду. Так, посмотрим, что это вообще за игра. Что они в этой части для такого сделают. Ну, я тут в конфиге уже немножко полазил. Во-первых, изи поставил, да. Все-таки я же не хардкорщик. Во-вторых, там профиль переименовал. Вот. Попробуем story mode. Так. Санаи Качия. С. Не очень понятно. Не. Вверх-вниз? А почему нельзя выбрать? Я нажимаю вверх-вниз, она не убирается. Ё-моё, что это такое? Я хочу за Рейму играть, что за дела? Ладно, пофигу. Так, изи. Да, я тут, конечно, по-любому понял, что это. Ну, пойдем, ладно, как есть, вообще нужно. Ну, я так понимаю, это файтинг опять. Это вещь только что. Должно быть, это было легендарный гигантский якай Дейдарабочи. Если я смогу, тейм, не знаю. Я не испугаюсь ничего снова. Похоже, что где-то вокруг, ну, здесь вокруг, а что? А, это было где-то здесь вокруг, перед тем, как исчезло, так что... Не успела большая штука исчезнуть, как маленькая штука появилась. Вроде так. Эй, там мисс Фея. Ты видела гигантского Ро? Я имею в виду... Вондер... Посмотрите, как Вондер переводится. Ну, короче, если ты видела огромного двигающегося человека, силуэт движущегося человека, ну, короче, спрашивает, видел ли или нет. Я не видела Дейдарабочи. Дейдарабочи?
Разве я назвала его имя? А, нет, это не важно. Я ничего не видел. Плотинг, не помню. Играла с разбитым спектром. Ну, не знаю, возможно, другой смысл перевода. В этом глубоком тумане. Короче, наказать, видимо, надо. Ну да, я это управление не изучил, честно. Прикольно, атаку разбивать можно. Вот эти вот иглы или что-то. Музыка знакомая. Лол, музыка знакомая. Это ремикс какой-то. Какой-то часть это было. Что она делает? Уйди. Я заспамлю одну и ту же атаку. Ну это первое, по-любому легкое, то другие даже не будут такие бесполезные. А, сейчас какая-то имба, да, будет? Нет, да что, сколько ты жить-то будешь? Нельзя так долго жить. Крепенько даже для первого это больше. До первого противника тут босса тут нет, просто они все плотные. Ну правда на мне нифига не наносит, но зато сама типа крепкая довольно. Да хорош низ опускает, все. Я вообще вниз не нажимал. Рокинг Спектр? Что это? Иллюзия, которая выглядит как гигантский речитаут, двигающийся Йокай. Speaking of which. Мне кажется, это переводится как «короче говоря». Короче говоря, ты видела огромную силуэту человека, правильно? Я сказала это. Я сказала... Это... Здесь? Короче, не знаю, с английским, конечно, немножко тяжеловато, вот с разговорным особенно. А тут еще этот японский юмор. Ну так, хотя бы
Если чуть-чуть смысл пойму сюжета, и то хорошо. Evil Red Star of the Mainland. Это гигантская штука, только что... Даже когда я подумал, это ларчит, не знаю, типа, что это дорога в горы, люк варм. Ну, короче, оно исчезло тоже. Я уверен, что это было, был злой Омен. Омен, не помню. Ну, что-то такое, короче. Ну, понял. Наверное. Тень Тайсуи Ксинджун. Простите. Что это? Мы никогда не принимали гостей здесь. Ну, короче, тоже спрашивают, типа, ну, возможно, типа, ты видела этого, похоже на человека, фигуру огромную. Если ты говоришь по поводу той огромной, ну, человекоподобной фигуре огромной, тогда я видела одну направляющуюся к горе. Горе. Я только что пришла с горы. Ну, возможно, короче, мы разминулись. Итак. Сейчас не могу сообразить. Ну, короче, кто тебе позволил просто прийти, как когда тебе захочется сюда, да, вроде так. А, типа, это место только по приглашению? А, или что-то другое она сказала, фиг не знаю, потому что ответ говорит, конечно, ты не можешь. А, ну, типа, наверное, я могу прийти сюда, не могу к тебе прийти без приглашения? Конечно, ты не можешь. Земли демона какого-то. И не позволю экзорцистке пройти. Короче, это да, как обычно. Пока она бьется вот таким банальным ударом, будем бить банальным ударом. Зачем я это шерсть потрачу, не знаю. Но я пока что еще так относительно беспорядочно. Ну так, конечно. Вот это я знаю, как делаю. Но вот это шляпница, я пока не до конца понял, какую кнопку надо. Ну, какую-то комбинацию. Такие глаза, лол. Что это такое? Я думал, сейчас устанет какую-то ерунду. Что она делает? Я не пойму.
Следующий раунд. Короче, по-моему, это шляпник, что вызывать это кнопка вверх, и какая-то и третья, что ли. Давай, разбежать. У меня реально нет никакого интереса в этом особняке. В любом случае, гигантский робо, это фигура. Конечно, не может прятаться. Гигантский робот. Что это за... Да, это не знаю, люкворм. Мист туман, да. Я, правда, не помню, чем отличается мист от фог. Но вроде и то, и то туман. Base of Mountain, основанный на горе. Не знаю, Base of Mountain, в данном случае. А, оно появилось, гигантское, ну, короче, за человек подобной фигуре. Короче, эта фигура появилась в каком-то там Geyser Underground Center, ну, подземный какой-то центр, который, ну, у подножия скалы, у бейса подножия, видимо. Как только она типа это увидела, поняла, и снова туман рассеялся. Синая подумала, что земля, ну, снизу, снизу гейзера. Очень странно, вроде так. Так что она спустилась под землю туда, где... Что-то с солнцем происходит. Заходит, что ли, солнце? Нафиг его знает. Перевожу как могу. Sleeping Titan of the Underworld. То есть спящий титан подземелья. Подземный центр гейзера. Гейзера. Он был создан... по плану Goddess Kanako. Расположенным в технологическом Брэксраус горы. Не знаю, Брэксраус это какая-то. Ну, так, конечно, это возможно в месте под таком, как это. Должно быть гигантский, ну, короче, бухта, док, да, этого гигантского робота. А во внешнем мире гигантские роботы не существуют вне аниме, но... Типа здесь, в Гинсакио, это возможно. Гинсакио, где феи танцуют и тенгу, не знаю, что такое тенгу. Вирл тоже не помню переводится. Ну, короче. Рейму? На
Ну типа, что за это ловушка, яма-ловушка? А, типа, какого черта это в этом месте происходит? А, о, Рейму, что случилось? О нет, я сейчас буду против Рейму драться, это печалька, наверное. Я думала, что я иду к горячему источнику, где совершенно внезапно земля, наверное, повалилась. Боже мой. Что? Если я забыла... заботиться о прикрытии, да? Или что такое? Где здесь? Так, сейчас, секундочку. А, это... Гейзер Underground Center. Facility забыл. Ну, короче, это место использовалось для исследования нуклеар позже. Фабрика. Привет, Снап. Ну, ядерные, короче, эти технологии. Не знаю, как это дословно перевести. Типа, музыка заглушает меня. Сделал потише. Так, ты планируешь что-то дикое снова, не так ли? А, не дикое, wild дикий, а naughty это типа, ну, непослушное, а как это... Ну, короче, какое-то безобразие, да? Хулиганство какое-то, вроде так примерно можно перевести. А, я никогда не думала, ну, сделать что-то подобное. Чип это... Да, шалость, гадость. А чип это... Ну, короче, понятно. Ну, типа, сказала в руне, да? Только я не знаю, как чип переводится. Ну, по смыслу, так, making sense. А, типа, ну, короче, Рейму думает то, что вот эту ловушку ямы сделала... она, забыл, как ее зовут, за которую я играю. Самая, да? Саноя, Самая, блин, ну, короче, вы поняли. Да, чувствую, сейчас Рейму может и наказать. Подобралась как близко. Она еще и блок ставит. Вообще какая-то наглая. Да хорош ты вниз-то пулять. Я не понимаю, почему мне нужно нажимать вверх, чтобы она стреляла прямо. По умолчанию она стреляет вниз. Лол, это только первая атака. Походу дальше жесть какая-то будет. А, понял, Снап. О, нет, как это убрать? Убрал. Ой, сейчас задамажит. Нет? Нифига себе, она там.
Что-то такое кидаю, вау. Как это сделать быстрее? Не то, ну почти успел. Вот это хотел сделать. Причем снап, если это устойчивое выражение в английском, то что же там тогда в японском? Это же любительский перевод. А, меня заовнили. То есть это получается с японского любительский английский, и потом еще с английского кривой на русский. Это вообще смысл там, наверное, где-то даже не близко. Ой, опять я на свою эту руду делал, которую я делал там и бавал в той части. Только у меня так долго не получалось, меня сбивали быстро. Сбил. Не понял, она что, хавает всю эту силу, что ли? Она жесткая какая-то. Ну, то есть ей не наносит урона, да, вроде как? Да слышь, ты чё? Так тебе, на. Так, и только еще спеллбрейк, то есть ты че никак. Нет. Бомбит, у кого бомбит? Нет. Я знаю, что мне не обязательно эту игру проходить, поэтому у меня не бомбит. А, приветствую, Noise Rain. А какая верная категория для Тофу? Я просто не знаю. Я думал, что шутер. Ну, можно, конечно, без категории поставить, но... А, точно, это же часть файтинга. О, я извиняюсь. Да, затупил, признаю. Спасибо. Привык Тоха, шутер сразу. Да что это не за атака? Какие микрики? Воу, вообще без понятия. Ты будешь ей урон-то наносить уже или нет? Блин, я вообще без понятия, короче. Слишком мало я таким образом урона наношу. Я не...
что? I'm not the one responsible for this. Что такое circumstances, вообще без понятия. Типа, я не та, кто отвечает за эти вот что-то, но я те, кто контролирует это. А, обстоятельства. О, сейчас я начинаю чувствовать боль падения. Каппа? Что такое каппа? Каппа — это же смайлик на Твиче. Ну, короче, говорит, здесь где-то эта каппа приближается, чтобы, ну, придет, чтобы исследовать и построить. Мне было интересно кое-что. Так что я пришла сюда, но... О, вот как? Хорошо тогда. Если что-нибудь ужасное случится, это будет твоя вина. Теперь я... Ну, пройду на более глубокий уровень. Скоро приеду на более глубокий уровень. Так, Гиант, блин, не успел прочитать что-то. Здесь так жарко. Оставаться здесь так долго может быть опасно из-за высокой температуры. Ой, лол. Внешняя субстанция. Сайтед. Типа, обнаружено, да? Contamination вообще не знаю, что это такое. Ну, короче, пока эта внешняя субстанция, типа, не будет, я так понимаю, удалена, то приостановлена работа ядерного реактора. Типа они хотят сказать, что это робот, да? Не в ту сторону, ну развернись-то уже. В воздухе, чтобы ей развернуться, это целая проблема. Нужно ничего не делать, пару секунд, наверное. Как это в предыдущих частях. То же самое. Блин, это больше всего раздражает. Что там начинается?
И? А меня-то она будет урон-то мне наносить? Не понял. Реально, что-то жесть какая-то. Подожди. Я... Это жрица, да? Храма Леди Канако. Что за Леди Канако? Краус, не помню. Дорфрейнис, Астерол. Так. Короче, я управляю больше силы, чем ты. Говорит. Или сервант-то не управляю вообще-то. Я не знаю, что это за слово. Или, не управляю, а типа, наверное, видел или что-нибудь такое, да? Ну, короче, фиг его знает. Не очень понимаю. Говорит, сервант что-то не может быть... огромным. Говорит, не может быть огромным, может быть, но это дословно, я не знаю, как это оборот правильно прочитать по-русски. А, тогда человек невеликий, да, или не, ну короче, не знаю, ладно. А сервант служить? Служба не может быть, блин, фиг его знает вообще. Что напоминает мне, я поскольку без уведомлений что-то... Ну короче, опять про внешнюю субстанцию говорит в ядре реактора. Нет, я имею в виду. И внешняя субстанция обнаружена. Должна быть Eradicate. Чем высокая сила. Короче, высокая сила ослабит эту внешнюю субстанцию. Вроде так. Это касайзика появился, но я не знаю, не слежу за это, за этой игрой. Так, я могу полностью типа вытрясти из тебя жизненную энергию. Похоже, нам мы не можем говорить более. А, ну понятно, это еще была не последняя фаза. Да, они офигительные, наверное, как первым довольно. Хорош! Прекрати, что ты делаешь? Что теперь? Я их не могу вообще-то с этими штуками ничего сделать. Блин.
Да прыгай повыше, ты, ну, не тормози. Уже еще у нее фазы есть, это жесть. Это что, последний босс, что ли, я не понял? Вряд ли, по-моему, слишком мало уровней прошло. Так это же этот босс из 10 части, да, или из 11, из 10, по-моему. Зря. Да, чувствую, тут на нормале будет уже жестковато. Да я же краб снап, но... Получилось, что ли, что хотела, я не знаю, как это точно. Подожди, что мы делаем снова? Привет, Эксдемор. Р... Ты слушаешь мои приказы и помогаешь мне в моем расследовании в... этого исследования этого реактора. А, вот как. Да, все правильно. Пожалуйста, продолжим, как запланировали. Тогда что я должна сделать? Расследовать. В это... Не, погода по-другому пишется, а это фиг узнает. А, космос, да. А, исследователи, типа... Есть или нет, что ли? Гигантская штука, которая прячется тут. Что за гигантская штука? Насколько она гигантская? Человекоподобная, около 100 метров. 100 метров? Какая длина реактора в диаметре от начала до конца? Человек такой большой, этого не может существовать. Ну, не верю, что такое может существовать. Это невозможно, что такое может существовать. Если здесь есть что-нибудь похожее, то я не смогу. Чё? Не смогу уведомить? Что-то не пойму. Я думаю, это правда. Но... Все время забыл, как дабыт переводится. Обещание или как? То есть, сомнение, да, сомнение. А, но нет сомнений, что... Оно исчезло под поверхностью. А, исчезло с поверхности. А, вот финал. Походу нашли робота до этого. А, так.
Ну, сейчас по-любому придется продолжение слить, скорее всего, потому что у меня последняя жизнь и последний босс ряд язычный. И вообще не факт, что даже пройду, но посмотрим. Крути, ну, типа, здесь ничего нету, да, надо перегруппироваться. Привет, Бобёр 12. Это ядро реактора... проще, чем я думала, что он, какое оно должно быть. За исключением этой жары. Так, Снап, я не смог почему-то персонажа выбрать. Я бы Рейму взял, как обычно. Я что-то не смог персонажа выбрать, не знаю почему. Это реально глубокое подземелье, но даже здесь я могу видеть небо. Каким образом? Небо появляется немного отсюда. Так что я могу... А, ты можешь... Чувствую, у тебя присутствие, что ли? Или что? Не пойму. Вондер, я так и не вспомнил, как переводится, ну ладно. Если это... А, было бы лучше, если бы здесь жили вампиры. А, интересно, интересно, понятно. А, типа, мне интересно, хорошо бы ли здесь жилось вампиром, да? В любом случае, ядро реактора... из, ну, это, из, как-то извергает жару. А, выглядит как поднимающийся вапор. Regenerated тоже не знаю, здесь. А, пары. Так, возможно, это... фигура, которую я видел раньше. Это были просто пары, поднимающиеся отсюда. Ну, короче, как проектор, да? Тень отбрасывал этот, фигуры на эти пары. Не, это должно быть что-то... А, это не может быть что-то подобное на этому. Это выглядело более реально. Что? Звуки шагов. И это вибрация. Итак, что-то... А, Мерли, не знаю. А, какие-то всплывают фантазии из внешних миров, которые ведут в... прокладывают путь в Генсакё. Да, это именно та штука. Эта штука никогда не может быть реализована, поскольку она... непрактично. Двухпедальный гигантский робот. Longed to see. Ну, которого я видел ранее в Генсакё. А, посмотри, Белов, это назад, что ли? Или наверх. А, двуногие, ну блин, я хз. Упс, похоже, я приземлилась на кого-то. О, это ж Саная. Что ты делаешь здесь? Что? Что в имени? Леди Сувако?
Что вы делаете здесь? Я хотела позаботиться о некоторых небольших вещах. В любом случае, так удивительно, это удивительно, что ты здесь снизу, Саная. О, да, я исследовала кое-что фантастическое. О, расскажи мне. Я пришла сюда, преследуя гигантскую тень, но это оказался в реальности гигантский робот. Прямо здесь, в Гинсакё. Гигантский робот? Да, хорошо, у меня нету доказательств этого, но его существование... типа истинно интересно. А, настоящее чудо. Хорошо. Вот так сюрприз. Так где мы можем его увидеть? Где-то в этом месте, но оно исчезает. Пуф. Там же, где появилось. В этом месте исчезает пуф. Ну, блин, как пуф-то переводится? Типа в миг, что ли? Короче говоря... что это было какая-то маленькая вещь. А, что это было за маленькая вещь, по которой ты хотела позаботиться, леди Сувака? Хисоу Тенсоку. Типа плохо, да? Я пришла под землю, чтобы перезапустить его. Хисоу Тенсоку? Что это может означать? Что это может быть? Хисоу Тенсоку это... Подожди, что? Санаи, ты говорила, что ты видела гигантского робота? Я так понимаю, пуф в данном случае это тупо звукоимитирование. По принципу, оно тут, а потом такое бац, и уже там. А, ну да, я понял. Здесь некоторая связь с гигантским роботом или что-то вроде того. Ахаха, это возможно робот... А, должно быть, что робот Санаи поймал Климпса. Это... ты что-то знаешь, не так ли? Возможно. Привет, мистер Направление. Если это гигантский робот, тогда, возможно, это Хисоу Тенсоку, правильно? Да, черт возьми, видимо, так можно перевести. Фраза «гигантский робот» означает... А, конечно... Bring me back. Не знаю, как в данном случае это перевести. Хорошо, что не так с вызовом этого? Чуть не понял. А, типа с тем, как оно названо, да? Что не так с тем, как его называю? И ты говоришь, что этот гигантский робот называется Хисоу Тенсоку? Я назвала его Тенсоку, поскольку он
дословно возвращает меня обратно. По смыслу, что да, припоминаю. Или что типа того. А. Natural Laws, это естественные, это... Забыл, как это Laws переводится. Так, а, законы. Поскольку по естественным законам, ну, это не может быть, невозможно это представить. Эту вещь невозможно представить. Или в нашем, нашими словами, другими словами, это глупая вещь. А? Цена им. Также твоя, глупая твоя гонка за ним. По законам природы. Что ты сказала? Тогда ты... А, хорошо, ты назвала его гигантским роботом. Хинсоу Тенсоку просто... хорошо. Dump Blockhead. Dump Blockhead. Не знаю. Леди Канако знает что-нибудь по поводу того, что ты называешь Хисоу Тенсоку? Она не знает. А, что? Она не знает, знает ли она, может быть. А, типа, не знает, она знает, может быть. Вот так, наверное. Так. А, тупой болван. Не слишком ли ты часто в последнее время стала делать странные вещи, никому не рассказывая? Как ты заранее перевел-то, лол. Я даже не успел еще почитать. О, это... Типа... Небольшое дело, но не знаю, как по-русски это сказать. А, перевод страховики. Это неправильно. Даже если... А, делай это, даже если... Продолжаешь... А если... Даже если держишь ядерную... Это, силу реактора в секрете... В прошлом, делающую каждого злым. Что-то вроде такого, того. Правильно, Хисоу Тенсоку это... Правильно, сегодня ты не уйдешь. Я... Возможно, ну, то есть, фу, невозможно. Я, не, все правильно. Я, возможно, я единственный человек, но... А, в прошлом сделал все злыми, да. Ну, торт вот и есть упоротость, ну это ладно. Возможно, я единственный человек, но... Never... The less you have to regard. Я получу твою награду за мои что-то там. Ну, короче, не важно. Но Санай, ты же не человек, ты
живущий бог, бог Миракл Воркер. А, это так тебя заплатить. Все же лучше, чем ничего. Я могу стоять. Так же с тобой, наравне с тобой. Леди Сувако, ты просто тоже пропадешь со своим каким-то. Не знаю с чем. Самомнение, что ли, или что, я не пойму. Прямо здесь и сейчас. Ну, типа, я доставлю тебе немного боли. Отлично, это битва тогда. Это должно быть весело. Ты не... Холдбэк. Типа, ты не уйдешь, что ли, или что-то там, да? А, не убегаешь, да, не отступишь. Что-то, ну, раз ты пришла, да, это, биться здесь под землей, где я держу естественные преимущества. Ну, где у меня есть естественное преимущество. Ты что-то grown up немного тоже. Тебе не кажется, Санаи? А, ты подросла, не так? Если ты победишь меня здесь, возможно... Возможно, мы не будем беспокоиться всегда помогать тебе своим... Troublesolving, ну этим, ну короче, решением проблем больше. Но я путешествовала одна сегодня. Я чувствую, что Канако обеспокоена, думая. Должна ли она знать дорогу домой? И что такое? Ну хорошо тогда. Аве, что такое? Аве мне. Создатель этих земель с твоим Marvelous. Похожими на богов Miraculous. Ну, я называю английскими, короче, читаю без перевода те слова, которые я не знаю. Так, и что с тобой делать? Ну, камешки пустила. А в чем прикол, что у меня есть атака, где она же выскакивает? А, благослови меня создатель данных земель, ну это...
Здесь есть кнопка А, при зажатии которой включается Грейс, возможность летать и избегать нефизические атаки в ответ на траты энергии. Лоу. Добей уже, ну ты хорош. Да я сбежал, а вообще не помогает. Нет, А вообще не помогает. Может быть, А надо еще какую-то, кроме А, нажимать просто. А, двигаться. Блин, это была физическая атака. Привет, Такалай Макалай. Ну, у меня разные игры бывают. Правда, в последнее время один больше как-то что-то. Но это я что-то потом хочу уже допройти. Хотел тебя выпускать, но... Все, нокаут у меня. Рановато ты все. Так, ну надеюсь, мне трех жизней-то хватит, в принципе, должна. Хотя фиг знает, там, наверное, будут какие-то опять жесть какая-то будет, как 10.5. Да хорош, я не это хотел, нафига на это шляпница выпускает. Помню про кнопку А, только она не так-то просто ей пользоваться. Ну и что, вот я сейчас держал А и двигался даже.
это вообще нифига не помогло. На каком джойстике? На стандартном управлении на клавиатуре. Какое-то дает время. Я хотел же уйти, но она затормозила что-то. Может быть, это другая кнопка-то, а? Надо английскую, что ли? Я думал, ты имеешь эту кнопку 1. Но они вряд же идут 4 кнопки, то есть Z. Так тут еще другие кнопки есть. О, я думал, тут 4 кнопки управления. Пройти игру, не знаю, короче, что тут больше 4 кнопок. Ачивка. Ну, я еще не прошел, конечно. Жесткая довольно, да. Я тут представляю, на лунатике, наверное, боль. Да я смотрел снап, я просто забыл. Я смотрел, а видел, что там куча кнопок. Что, просто продержаться время или что надо? Что за фигня происходит? Куда я падаю? Блин, а ничего, что она мне ничего не дает сделать? Как бы... Где я вообще? А как перемещаться-то? Что за фигня происходит? Ее еще и за время убить надо, да это охренеть. Не, ну пипец. Ну как так-то? Все, игру сначала? А что это, ну как бы титры, и у меня же еще континью были. Курей и этот храм, граница Гинсекио, горячее лето, что-то хайтендед, контраст, Гринс,
Ну понятно, короче, описывает просто. Не, ну подожди, ну я же это не проиграл-то. На здоровье поровну оставалось примерно. Ну плюс у меня еще жизни были. Просто тут, ну, переводить тут, ну, вроде не вижу такого смысла переводить, просто что-то болтают. И это, мистер, напомнение, если есть перевод концовки, в принципе, можешь скинуть, если там не лень. Ну, хотя бы или смысл в двух словах. Кстати, привет, Тор. Что-то я это не заметил тебя. Ну, импрув, да. Он это пишет, типа, гигантский юкай, автоматическая кукла Хисоу Тенсоку, unveiled, ну, не знаю, типа, раскрыто, наверное, ну, для всех, ну, паблик. Давай, Снап, удачи. И, кстати, в этой части окошко снова маленькое, 640 на 480 изменить нельзя, я так и не понимаю, почему. Ну, в общем, ну не знаю, не вижу ничего плохого в этой концовке. Хотя, возможно, нужно было перевести внимательнее. Довольно много диалогов, конечно, стало в этих частях уже поздно. Короче, что-то они тут заморочились про эту Nuclear Power. То есть, если бы я ее успел убить за время, то была бы хорошая, что ли, концовка? Да не может быть, я же Continue брал. Сейчас напишет, там в конце будет написано Bad Ending или нет. Туристик Water Yokai Bazaar был смешинг, то есть успешно разбит, что ли, тем летом. Много исследователей Каппы ярко, типа, поблескали, что ли, не понял, твинки.
решили дамы. Много людей. Vincent both them. But но His Soul Tensoku был реальным шоу-стоппер. Это что-то такое тоже устоявшееся. Много людей и юкаев пришли посмотреть на этот реалистичный, реалистично двигающуюся гигантскую куклу. Рейму и Мариса также пришли, чтобы посмотреть куклу, и были удовлетворены, блин, или выговорили. Очень сложно для людей остановить, прекратить думать, чё? Это он сам переключился. Короче, ладно. Само переключается. Ну, короче, кому надо, тот понял, говорится. Ну и ладно. Игра затащена. Мне норм. Конечно, мог бы я там успеть вовремя, потому что оставалось совсем чуть-чуть, но мне кажется, от этого не сильно почему-то концовка бы изменилась. Ну, может, я ошибаюсь. Ну, во всяком случае. Ну все, значит, досматриваем титры, а на этом стрим заканчивается. Вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем пока, увидимся на следующем стриме.